Привет, друзья и подруги «Подпольной правды». Этот выпуск задумывался еще в начале прошлого года, но дальше задумки дело не шло. Сперва я думал присобачить к экрану вот такую рамку и ходить по студии с пластмассовым пистолетом в поисках кака-демонов. Благо у нас в студии кака-демонов больше, чем тараканов в кинофильме «Теория запоя». Потом я решил выкинуть рамку к черту, встать и пустить фанфары. Все-таки не у кого-нибудь юбилей, а у самого. Потом думаю, ну какие фанфары? Сижу вот, руками развожу. Теперь, друзья мои, а думаю-то 15 годков. И сейчас все, кто в 93-м уже понимал цену 386-му компьютеру и уже в ту пору расшифровывал аббревиатуру БФГ как большой фекальный говномет, сейчас почешут затылок. Ёлки-палки, 15 лет, как время-то летит? Да. В эфире на 3w.games.tv.ru самая ностальгическая передача от Фобуса до Деймоса «Подпольная правда». Думаю, нет никакого резона рассказывать, что игра появилась на свет 10 декабря 93 года, что ее сюжет занимал несколько строк в руководстве пользователя. Да и те, в общем-то, можно было бы не писать, потому что игру они утяжеляли, а толку от них было меньше, чем от пистолета при встрече с кибердемоном. А винчестер у моего компа в ту пору был, дай бог, мегабайт 150. Со скрипом хватало только на винду и дум. Сюжет уже не влазил. Ну, это и так все знают. Точно так же известно, что именно Doom стал родоначальником режима Deathmatch знаменитого, который в неизменном виде жив по сей день. Если вы вдруг только что родились, на всякий случай рассказываю. Правила таковы. Игроки появляются в лабиринте со слабыми пистолетами. В лабиринте можно найти более мощное оружие. Когда оружие подбирается, оно исчезает, через некоторое время появляется вновь. За каждого убитого соперника игрок зарабатывает одно очко, называется это фраг. За самоубийство фраг вычитается. Убитый мгновенно воскресает в другом месте с пистолетом, побеждает тот, кто заработал больше всего фрагов. Ну и что ты нам все это рассказываешь, слышу я, и кто об этом не знает? Вот именно, все об этом знают. Сейчас. А тогда мы через всю Москву тащились со своим компьютером в гости к другу, чтобы ночью, соединив машины через компорт, знаете ли, что это такое, играть в этот самый Deathmatch. Вы себе представляете, что такое в одиночку на руках в метро тащить системный блок и монитор? Причем это тот системный блок и тот монитор с зерном 0,35 мм и весом 1,25 кг. У нас он генеральный директор, такой монитор с эскалатора так своротил, дежурная по станции до сих пор не восьмой. Популярность Deathmatch была просто невероятной. Вспоминается даже анекдот. Такой, думер кадрит девушку. Приходи ко мне сегодня ночью в сетку, в дум запустим, поиграем, погоняем. Она краснеет, а зачем? А он, ну, ты придешь, а я там тебя того, этого убью. Ну а потом ты меня тоже, этого, того. Впрочем, новый режим популярности игры не объясняет. В те благословенные времена почти каждая новая игра переворачивала жанры с ног на голову, поражала воображение, вводила новые режимы. Doom же открыл дверь в другой мир. Темнота коридоров. Завораживающая музыка, дикая геометрия уровней, почти что трехмерность, сатанинские мотивы. Против игрока выступали не только марсианские демоны, против него выступал весь уровень целиком. Впервые появилась интерактивность. Впервые выбор, куда двигаться дальше, стал отдельной задачей. Впервые появились закоулки, которые можно было посещать исключительно ради удовольствия. Doom раздвинул горизонты восприятия виртуальной реальности так широко, что до выхода Doom 2 казалось, что ничего, понимаете, ничего более реального на компьютере больше не появится никогда.
Почти все из того, что сейчас в шутерах кажется само собой разумеющимся, дала эта потрясающая игра. Фанаты, конечно, будут сейчас злиться, я уже предвижу, я не сказал про то, не про сё, не сказал про пятое-десятое, но про Doom, как и про все любимое, можно говорить бесконечно. Так что тут уж, как говорится, главное вовремя смыться. Сами понимаете, можно было умолчать о чем угодно, но про BFG-9000 не сказать отдельно нельзя. Это огромное цельнометаллическое ружье, которое стреляет зеленой плазмой и убивает всех врагов с одного выстрела. BFG расшифровывали как Big Fragging Gun от слова фраг, и Big Fun Gun, и Big Fat Gun. Исходя из принципов действия, самая разумная расшифровка, пожалуй, Blast Field Generator. В книжке по мотивам игры аббревиатура расшифровывается Big Freaking Gun, а в кино Bioforce Gun. Но вообще, изначально, для тех, кто в курсе, это, конечно, Big Fucking Gun. В вольном переводе не ебически крутая пушка. Очень полезная вещь в хозяйстве. Я предлагаю всем тругеймерам скачать дистрибутив, запустить и пробежаться. Если останетесь живы, пишите на правду, как всегда, собака, games@tv.ru. И до следующего четверга вам IDDQD и IDKFA.